В течение лета в Химках благоустроят 57 дворов. Новые детские спортивные площадки устанавливают в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Места для благоустройства выбирали сами жители на портале «Добродел». Перед тем, как начать работы, мы встретились с жителями каждого двора и выслушали их предложения. И вот исключительно основываясь на этих идеях жителей, мы и простроили фронт работ в каждом дворе. Где-то мы полностью меняем детскую площадку, укладываем новый асфальт, где-то добавляем асфальтовое покрытие на тротуаре. Сейчас работы ведут сразу на нескольких улицах. Так, на планерной возле домов номер 15 и 16 осталось установить только забор. Но дети уже успели оценить новую площадку. Часто здесь гуляешь? Ну, когда была старая, тогда нет. Я вообще проходила, но я видела, что она тут есть. Но когда новая, я только здесь, только первый раз, она мне, в общем, нравится. Всю работу по благоустройству дворовых территорий планируют завершить в сентябре этого года. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.